Аллилуйя. Аллилуйя. Як швидко лунає біж, 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 проходить час. Як швидко неділя за неділю минує, так? І знову ми на зібранні, і знову ми будемо чути слово Господнє. Прошу вас, дорогі брати та сестри. Слухати уважно, робити для себе висновки. Ну і діяти так, як каже нам Господь. Як ви чули уже сьогодні з обяв, то в наступну неділю ми будемо святкувати з вами разом, та і вся земля. День праздник, який називається Трійця, так? Ми, всі ми знаємо, що в той день, в День трійці, на землю, як і обіцяв Господь Ісус, зійшов Дух Святий. І хочу вам сказати, що це, це дійсно гарне свято, яке нам треба празнувати, з розумінням того, що ми будемо празнувати. Тема сьогоднішньої проповіді проповіді. Не на обличчя дивиться Бог. Не на обличчя дивиться Бог. Е, дозвольте, я перекладу це висловлю, висловлювання на російську Бог не ліцеприятен. Коли я готувався до цього слова, я, я читаю. Російською мовою Біблію, і тому там було написано Бог не ліцеприятен. І я задумався, а як же воно перекладається українською. Тоді я взяв українську Біблію і став читати, ну, дивитися в неї. І там написано Не на обличчя дивиться Бог. Тому проповідь сьогодні так і називається: Не на обличчя дивиться Бог. Першим пунктом проповіді буде такі пункти, який я назвав Дух святий і ти це сила. Дух святий і ти це сила. 1991 год минув з того дня, коли на землю зійшов Дух Святий. 1991, я сел, взяв калькулятор і посчитав. 2024 від Різдва Христова, Христу, коли Он э, помер на Христі та Воскрес, було 33. Значить, Дух Святий зійшов на землю 1991 год тому. Дух Святий зійшов на землю, як і обіцяв нам Господь та Спаситель наш Ісус Христос для того, щоб, щоб тримати. Церкву. Він її захищає понині по сьогоднішній день, Він її направляє, Дух Святий обличає і справляє, надихає церкву, Дух Святий дає нам свої дарунки, дари, якими церква, тобто ми з вами, можемо служити іншим людям. Дух Святий приймає участь во всьому, що ми в церкві робимо. В, в книгі Дії, перша глава 8 стих, стих написана: ви всі знаєте це місце, там написано. Зараз я відкрою і прочту, щоб нічого не наплутати. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалімі, по всей Юдеи та Самарии и аж до краю земли. Так написано в Библии, в Святом Письме. И это слова самого Господа Иисуса Христа. Вы примете силу, но силу для чего? Гнуть сковородки, как мы видим иногда с вами шоу селочей, поднимать великие гири или штанги. Но Господь сказал ясно и четко, чтобы быть свидетелем Ему, вы примете силу, чтобы стать свидетелями Иисуса Христа. Итак, дорогие братья и сестры, кто из вас хрещенный в Духе Святом? Кто из вас верит в то, в то что он хрещенный в Духе Святом? Что в нем живет Дух Святой? Поднимите, будь ласка, руки. Ну, слава Господу. Тогда есть с кем говорить. Слава Иисусу. Да-да-да, воздайте да, да, славу Духу Святому, живущему в нас да ревности любящим у нас. Я хочу сказать вам, дорогие браты и сестры, что основная миссия Духа Святого – сделать нас свитками але, чтобы наша работа, чтобы наша проповедь, наши дела, чтобы все, что мы делаем вместе с Ним, с Духом Святым, наполненные Его силою, прежде всего прославили Иисуса Христа. Дух Святой всегда будет стараться вести к тому, чтобы прославился Иисус. И в Евангелии от Иоанна написано, сам Господь Иисус и каже нам такие слова. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 по 11 стих. 16, 7, 7, 7 11. Але я истину вам кажу, Краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас, якщо ж піду, пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинуватить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, за гріх, що не вірять в мене, і за праведність, що я йду до мого Отця. И більше мене не побачити, а за суд, що князь цього світу засуджений. Це Евангелие. Я только что прочитал Евангелие, что когда придет Дух Святой, Он будет рассказывать нам об Иисусе Христе и мир во грехе Его. И как вы бачите из этого текста, что основной грех людства – это не вбивство, не пьянство, не блуд. Основной грех будет вважаться, когда человек не поверит в Иисуса Христа. Тому нам с вами доручена великая миссия – рассказать тему свиту за Иисуса, за Христа. И тогда, как мы знаем из того же Нового Завета, Бог говорит, кто уверует, спасен будет. Кто же не уверит, не уверует, осужден будет. Но Богу, Духу Святому, необходимо покладаться на человека, на людину. Бо ему треба, чтобы мы с вами согласились исполнить эту миссию стать его свитками, свитками Христа. Бог никогда и никого силою заставлять этого делать не станет. Даже если ты крещенный в Духе Святом, даже если у тебя открылись дары и говорения на иных языках, но ты не желаешь свидетельствовать этому миру об Иисусе Христе, Дух Святой тебя не заставит. Дух Святой слишком нежная личность. Дух Святой никогда никого не насиловал и заставлять не станет. Только лишь ты и он. Мы в паре с Духом Святым, когда мы соединяемся, вот тогда это будет сила. Бог говорит в Святом Слове, Бог говорит нам, что как много людей живет вокруг нас которые до сих пор не знают и не слышали даже никогда еще об Иисусе Христе. А если и слышали, то не осознают, что сделал для них Христос. Я часто об этом говорю, что беседуя с неверующими людьми, иногда, простите, за такие слова прихожу в ужас. Человек, называющий себя христианином, абсолютно не знает, для чего приходил Христос и что он сделал лично для него. Люди не знают, и Бог возлагает эту миссию на нас. Бог говорит за неверующих людей, за тех, которых дьявол обрек на убиение, идите, спасайте их. Как же они спасутся, говорит Господь, если не услышат Слово, если не услышат Евангелие? А как же они услышат его, если нету тех, кто готов проповедовать? Бог в Слове Своем также нам поручил, и мы все с вами из наставництва один знаем это великое поручение. Великое поручение, оставленное каждому из нас Иисусом Христом. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Кто из вас на этой неделе проповедовал Евангелие? Похвастайтесь. Вот так вот, перед Господом, засветкуйте. Я проповедовал, слава Господу. Молодцы, молодцы, так держать. Пусть будет, не будет ни, одной, ни одного тыжня, ни одного дня в вашем жизни, чтобы вы не проповедовали Иисуса Христа. Итак, как же мы Должны проповедовать, или как же нам приводить людей ко Христу 23 числа, 23 червня, у нас будет служение это силы, присвяченное святу Трицы. И у нас есть такая нагода пригласить людей на это служение. У нас есть приглашение. Сегодня мы будем их разбирать на это служение и будем молиться за тех людей, которые его возьмут. Как же нам сделать это? Я хотел бы, прежде чем мы будем молиться за, за эти приглашения, рассказать вам одну, на мой взгляд, очень интересную и поучительную историю. Каждый пункт писания, взятого из этой истории, можно проповедовать именно на каждый стих. Это может быть совершенно новая, совершенно полная и объемная проповедь. Но я постарался сегодня это все соединить в одно и с духом Божьим постараюсь его до вас донести. Итак, первый пункт был дух святой, и ты – это сила. Ты действительно имеешь силу в духе святом. Другий пункт я назвал початок. Початок или же – Це было так. Знаете, все истории начинаются, детские сказки, которые я помню до сих пор, начинаются: дело было так, и начинается повествование. Как же это было дело? Итак, Иерусалим, Дух Святой сошел на Первоапостольскую церковь. Все заговорили новыми языками, языки огненные почевали на каждом из них, и люди, тысячи людей это видели. Иерусалим пришел в движение, в такое движение, в которое он редко приходит, и все говорили об этом событии. Случилось нечто необычное, и мы видели, как на людях сверху светились языки пламени. Мы слышали, как люди начали говорить языками тех народов, которые были вокруг в то время в Иерусалиме. Это чудо, это чудо, это чудо. Апостол Петр, выйдя перед Израилем, перед евреями, проповедует Иисуса Христа, и сразу же принимают тогда в тот день покаяния, каются и приходят в церковь, в первую церковь. Три тысячи человек. Вау, мы бы куда их столько дели? Ну, все-таки история есть история. Три тысячи человек за одно служение. Церковь в Иерусалиме проповедует Евангелие, мы с вами знаем, мы читаем это все в Диях Святых Апостолах. И церковь наполняется ежедневно. Церковь наполняется новыми спасенными людьми. Происходят чудеса, их не скрыть, их невозможно завуалировать. Они происходят, происходят, происходят. Церковь, она просто на апогее своей славы. Вот она, настоящая Христова церковь. Вот она, то, о чем говорил нам Бог через пророков, свершилось. Но Первоапостольская церковь, находящаяся в Иерусалиме, упустила нечто важное. Иисус Христос сказал им и говорил, не намекая, что Он пришел для всех народов. Внимательно читая пророков, мы видим, как Бог говорил Аврааму, что в Тебе благословятся все народы и языки. И Первоапостольская церковь упустила этот момент, считая, что Иисус Христос, царь Израилев, пришел лишь для спасения народа Израилева. Они общались и проповедовали это слово среди своего народа, искренне веря в то, что это только для них. Но настало время, когда на Израильскую и Первоапостольскую церковь начались гонения. Мы с вами все знаем, я сегодня не буду об этом рассказывать. И вот они разошлись по всему миру. Но Петр остался. И вот история, которую я хочу сегодня вам рассказать, связана с Петром и с одним иноплеменником по имени, по имени Корнилий. Вы слышали неоднократно это имя Корнилий. У нас даже проходят домашние, так называемые домашние корнили. Сегодня мы вспомним еще раз эту историю и постараемся сделать несколько выводов из того, что мы услышим. Итак, кто такой Корнилий? Корнилий, как говорит нам э, Библия, это сотник полка италийского. Сотник это начальник, простите, офицер довольно-таки нормальный офицер, это среднего э, сотник, это над, под ним стоят 100 человек воинов. У него в подразделении есть младший офицерский состав, и он, как военно-начальник, и зовут его Корнилий. Базируется этот полк в израильском городе, который называется, кто помнит как? И я что-то выскочил. Кесария, правильно. Кейсария. На сегодняшний день руины города Кейсарии огромны. Это площадь, ну, ну, наверное, пол Василькова, одних только руин. Но город ушел, часть под воду, часть вообще была безвратно утеряна, разобрали ее на кирпичи. Город огромный и красивый был. И этот полк стоит в Кисаре, итальянец. И молившись однажды, итальянец по имени Корнилий увидел в видении ангела Божьего. Ангел Божий пришел к нему и сказал, Корнилий! Молитвы твои услышаны Богом, и пришли на память Богу все твои милостыни, которые ты творишь. Корнили был довольно-таки щедрым человеком, хотя и был итальянцем. И вот говорит, отправь людей своих в Иопию, а Иопия находится на расстоянии примерно пути пешком, один день быстро дойти можно. Там у некоторого кожевенника по имени Симон сейчас в гостях апостол Петр, но Библия говорит также Симон по имени, называемый Петром. Знаете, что Петра звали Симон тоже? Это Иисус Христос его, дал ему другое имя, назвав его Петром, что означает камень. И вот этот сотник по имени Корнилий для израильского народа, давайте представим себе, кто он. Итальянец. То есть военный офицер, итальянской армии, как мы с вами приняли, мы с вами, ну, у нас на памяти все время Римской империи, а это же итальянцы, загарбник, который захватили Израиля. Римский офицер, для израильтян никто, чужак, но он-то внутри совершенно другой. Мы очень часто с вами смотрим на людей, как я думаю, некоторые смотрели на Корнилия и готовы были плюнуть ему на спину, когда он мимо них проходил. Но офицерский мундир и чин этого человека не позволяли им разойтись. Но в душе они его люто ненавидели. И о каком спасении может идти речь, когда Бог пришел для израильтян, а это, это, ну, враг, достойный смерти, или же в лучшем случае просто депортации из нашей страны. Но Бог смотрит на этого человека иными глазами. И отправляет к нему ангела. И говорит, что отправься к Петру, и он тебе расскажет то, что нужно тебе сегодня, сейчас в твоей жизни услышать. Понаружи человек злой и плохой, но внутри человек добрый, как говорит Писание, молящийся Богу и приносящий много милостынь и служащий дому своим. Как часто мы переоцениваем свои взгляды на людей, как часто мы неправильно мыслим, неправильно смотрим на других людей, давая им какие-то клички, давая им какие-то, знаете, штампы, и внутри себя ставя барьер, он не сможет, никогда он не сможет спастись. Вокруг нас так много корнилиев. Слушаем дальше историю. Петр, стопроцентный иудей, один из апостолов Иисуса Христа, Человек, который видел жизнь Христа, видел Его смерть и видел Его воскресение. Человек, который возглавил церковь. Человек, который знает Слово Божье. Он точно так же, как все иудеи, считал, что спасение только для израильского народа. И вот когда он, находясь в Иопии у своего товарища по имени Симон, вдруг захотел есть во время своей молитвы, Бог явил ему в видении покрывало, ну простыми словами, рядно, сходящее с небес, за четыре угла привязано, а внутри, в этом рядне, находились животные по израильскому, по еврейскому обычаю, которые кушать нельзя, нечистые. И Бог говорит ему, Петру, заколи и ешь. Ты же хочешь кушать. Петр говорит, я никогда ничего не ел нечистого. А Бог ему отвечает, что то, что Бог очистил, не почитай нечистым. И это повторилось трижды. И покрывало рядно поднялось на небо. Петр размышляет, что же это такое Бог мне показал. Мы внутри себя имеем глубочайшее убеждение, что те или иные не могут спастись не примут Евангелие, прогонят нас, посмеются. Мы похожи часто на Петра. Но зачем показал это Бог Петру? Когда пришли эти люди, которых послал Корнилий к дому Симона Кожевеника, в котором находился Петр, то Бог говорит интереснейшие слова, вот с которого и началось мое размышление на этой проповеди. Бог говорит Петру. Сейчас я прочту вам, что он ему сказал где же это у меня написано? А это написано в 10 глава. Коли Петро раздумывал над видением, или то Дух сказал ему, ось трое людей расшукают тебе. Встань, зайди, и они трохи, не вагаючись, иди с ними, бо це я их послал. Бог сказал Петру, иди с ними и не сомневайся эти слова к нам мы часто в чем-то сомневаемся мы часто ходили к этим людям и может быть приглашали их на служение мы может быть на работе несколько раз говорили товарищу своему а не хочешь ли ты прийти со мной на служение у нас такое чудесное свято у нас будет молитва у нас будет интересно послушать слово но этот человек однажды сказал нет а может быть ты сам в голове своей поставил барьер, то Бог тебе сегодня говорит, иди к Нему, немало не сомневайся. Не сомневайся, иди и сделай то, ради чего ты послан. Иди и скажи ему про это. Иди и скажи ему, что завтра, то есть не завтра, а 23 числа в нашей церкви будет служение. Не сомневайся, а возьми, помолившись это приглашение, и пойди к Нему. Ведь Бог посылает к себе. Ведь Бог тебя действительно посылает. То почему же ты сомневаешься? Исполни свою миссию, дорогой брат и сестра. Читаем, когда Петр пришел в дом Корниля. А на завтра вони пришли до Кесарии. Корнилий, закликав свои, э, своих э, родичев табли, близких и близких друзей и очековав их. Когда увейшел Петро, Карнілій зустрів його і, впадши до ніг, поклонився. Та Петро підняв його, кажучи: Встань. Я ж така сама людина. Розмовляючи з ним, він увійшов і знайшов, що зібралося чимало людей, Чимало людей. Карнілій і весь дом ожидали Петра. Як нам сложно сьогодні з висоти свого. Пешего хода увидеть то, что Бог приготовил для нашего зрения, для нашего взгляда с высоты птичьего полета и тем более с Божьей высоты. Как часто мы думаем, что это поход наш ни к чему не приведет хорошему, что мы, придя к этому человеку, не получим никакого результата. Как часто мы так размышляем, ну давайте согласимся, я вам хочу рассказать одну историю из лично своей жизни. Когда-то. Нас пригласили на одну молитву, молитву исцеления, к людям, которые совершенно неверующие. Более того, вам скажу по секрету, они все, вся их семья евреи, иудеи. История про Корнилия только наоборот. Они все евреи. И когда мы пришли к ним в дом, мы вынуждены были рассказывать им Евангелие, потому что прежде, нежели молиться за исцеление, которое, кстати, не от нас, а от Иисуса Христа, Духом Святым, мы должны были людей посвятить в то, о чем мы говорим и на чем базируется наша вера. После проповеди Евангелия эти три еврея сидели и плакали. Если бы они могли кому-то позвать, они бы позвали еще, абсолютно в этом уверен. И эти три еврея на сегодняшний день являются нашими братьями и сестрами. Они приняли Христа. Эта сестра получила исцеление, чудотворное исцеление. Просто чудо. От нее отказались врачи. Но Иисус Христос сказал, я не отказываюсь. Я спасаю, я исцеляю. На сегодняшний день она абсолютно здорова, и вся ее семья в церкви. Мне, позвольте, братья и сестры из Кулыбовы, привести приклад вчера, в пятничной встрече с вами. Вы знаете, мы поехали к брату, сест... братьям и сестрам нашим в Кулыбову для того, чтобы помолиться за нашего дорогенького брата, призвать имя Господне, чтобы Господь явил свою милость и чудо и исцелил его от болезни. Но что я хочу сказать в данном теме, в данном контексте того, что мы прочитали? Когда мы приехали к ним в дом, там была собрана вся семья точно так же, как здесь укорнили. Папа, мама, дочка, зять, внучка, бабушка, кот и две собаки. В общем, вся семья была в сборе, и мы имели прекраснейшее общение. И вы знаете, с нами был Бог. Я верю, что те, кто присутствовал на этой встрече, ощущали, что с нами Бог. Вы можете это подтвердить? Ну вот, и мы это тоже можем подтвердить. Мы там были, и мы это видели. Дорогие братья и сестры, у вас есть божание прийти к какому-то из людей. Возьмите это запрошение и идите, помолившись, немало не сомневаясь, потому что Бог желает войти в этот дом. Придите и скажите об Иисусе Христе. Так, как вы умеете, ты и Дух Святой, это сила. Ты будешь говорить и удивляться, что это говоришь ты. Иди, говори, приглашай. Итак... Читаем дальше. Здесь идет речь, э, и вот с 34 стиха. Здесь идет речь, Корнилий повторяет историю, которую я вам рассказал, как ему явился ангел Божий. Но с 34 стиха. «Веткрывши уста, Петро промовив, Справді разумию, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народе є той, кто приятный для Него» кто боится Его и чинить праведное. Петр получает откровение, которое Бог ему еще недавно показывал, как рядно спускающееся с небес. Бог каже, ой, и Петр каже, действительно, Бог не лицеприятен. Действительно, у него происходит перелом в разуме его. Он считал, что есть люди недостойные спасения, что есть люди, заради которых Христос не умирал. Он считал, что это для евреев, только для избранных, только для тех, кто ему нравится. Нам так легко проповедовать тем, кто нам нравится, правда? Но есть те, которые нам не нравятся. А Бог говорит, я не дивлюсь на обличие людей. Я той, кто буду проповедовать всем. Я обожаю проповедовать всем. И хорошим, и плохим, и молодым, и пожилым, и худым, и, и не очень худым. Я готов проповедовать всем. Я хочу этого, говорит Дух Святой. Предоставь мне себя, говорит тебе сегодня Дух Святой. Предоставь Духу Святому самого себя, свои уста, свое тело, свои ноги и руки, чтобы ты смог сделать то, что хочет сделать через тебя Иисус Христос. Не на обличье дивится Бог, не на обличье. Дальше мы читаем: «Вин послав сынам Израиля слово, звещающий мир через Иисуса Христа. Вин, Господь для всех. Супероткровение. Вин, Господь для всех. Не дели людей, не делай цього. Вин, Господь для всех.» Проповедь Евангелия, которую дальше говорит Петр, он рассказывает этому Корнилию и всей его семье о том, что Иисус Христос пришел на землю, что Он исполнил закон Божий, что Он пошел на крест, где был распят и где Он умер, но на третий день Он воскрес. И мы тому, говорит Петро, свидетели. Люди, которые слушали рассказ Петра, корнили и весь его дом, настолько уверовали в то, что им рассказывает Петро, что даже не успели понять того, как на них сошел Дух Святой. Дух Святой. И они получили крещение в Святом Духе. Один из немногих помни, помни, случаев, которые и я помню и понимаю, когда Дух Святой крестит человека до его крещения в воде. Эти люди только услышали об Иисусе Христе, но получили крещение в Святом Духе. Итак, основная наша цель, дорогие братья и сестры, звать людей ко Христу. Дух Святой проявится, как в этой ситуации с Корнилем и его семьей, именно в тот момент, когда ты будешь проповедовать этим людям Иисуса Христа. Не думай о том, как сделает это Бог. Думай лишь о том, как тебе сделать то, что тебе сказал сделать Бог. А дальше сделает Бог все сам. Ты лишь будешь свидетелем этих великих дел. Итак, повторю еще раз. Дух Святой и ты – это сила. И Бог не смотрит на лица людей. Бог не лицеприятен. Ему нужен ты. Предоставь себя Духу Святому. Предоставь себя. Братья и сестры, заключившие договор и вечный завет с Иисусом Христом, обещающие Ему в тот день служить чистой и доброй совестью. В чем заключается наше служение основное? Спасайте мир. Спасайте людей, обреченных на убиение. Я не сторонник обличать, не сторонник на что-то говорить, намекать, показывать неправильно. Но есть есть враги у каждого из нас, для, которые противятся тому, чтобы мы с вами исполнили то, ради чего призвал нас Бог, ради спасения других людей. И они, как всегда, как во всех политических событиях, делятся на две категории, внутренние враги и внешние. Как страшны внутренние враги? Я считаю, что это самые опасные враги. Это внутренние. Когда ты доверяешь человеку, а он про тебя ходит и рассказывает всякую ерунду когда он делится с другими людьми, намекая на то, какой ты все-таки нехороший, хоть внешне ты выглядишь хорошо. Ты не понимаешь, о чем он говорит другим людям, но он продолжает это делать. И ты его считаешь своим, но даже не знаешь. Но приходят к тебе и говорят, этот человек рассказывает про тебя неправильно, неужели это так? И сердце твое наполняется горечью, и руки твои опускаются, и разум твой блокируется. Внутренние враги, это которые даже живут внутри тебя, Почему мы с вами стали так мало проповедовать Евангелие? Почему так мало поднялись рук? Хотя слава Богу за каждую поднятую из них. Почему мы проповедуем Евангелие, как будто мы должны сделать что-то такое, знаете, для нас чужое, неприятное для нас, страшное. Мы боимся этого события. Это не является частью самих нас. Хотя если в нас Дух Святой, то это часть самого Духа Святого проповедь Евангелия. Ты уже не свой, ты, что, ты Иисуса Христа, ты не можешь молчать. Нам нужно задуматься, действительно ли мы имеем внутри себя Духа Святого. Вспомните момент, когда мы пришли в церковь и мы не могли молчать. Мы говорили и немало не сомневались, правильно мы говорим или неправильно. Мы старались, чтобы все знакомые и не совсем знакомые нам люди пришли туда, куда пришли мы мы порою с ревностью доказывали, что Бог это классно, что Церковь это здорово. Почему же сейчас мы молчим? Внутренний мой враг, моя мой, моя лень, которая препятствует мне, которая мешает мне, и мне с ней так удобно и комфортно, и мне с ней не хочется бороться. Но лень и дух Святой это совсем не сила внутренним врагом моим может являться моя ложная скромность. Я об этом тоже очень часто говорю, когда ты идешь, и страх твой наполняет тебя. Для проповеди Евангелия приглашенный ты, но ты идешь, и тебе хочется, чтобы дома там, куда ты идешь, никого не было. Тебе, когда назначено время какое-то, или тебя кто-то позвал, или ты договорился на встрече, ловил ли ты себя на мысли? Я так хочу, чтобы это все отменили. Можете не, отмечать, не отменять, то есть не отвечать. Это наши внутренние враги. И когда мы приходим к такому выводу, что, может, все-таки я не пойду, ой, я, наверное, заб... точно, я заболел, я не приду сегодня, и не, не горечь ли наполняется душа наша? Есть и наружные враги в нашем Евангелии. Бабушка-соседка, которая знает все и про всех, которая рассказывает, что та церковь, в которую вы ходите, и в которую пытаетесь затащить моего семочку, это секция, в которую вообще нельзя ходить. Это внаружные враги, которые. Да, да что там говорить. В один э, мы сейчас читали десятую главу, а в одиннадцатой главе, когда братья Иерусалимской церкви услышали, что Петр проповедовал язычникам, они пришли в негодование. Что ж ты Петру нарубыв? кому что рассказывал? Что получается, что ты э, проповедуешь тем, с кем даже сообщаться нельзя? Но Петр послушал Бога, и в конечном итоге Иерусалимская церковь успокоилась после того, что они услышали и сказали, да, видимо, и язычникам Бог послал спасение, раз Он их крестил Духом Святым. Наши наружные враги точно так же будут стараться нам мешать. Я знаю, что у тебя есть какие враги. Либо твой муж, либо твоя жена, которые не хотят слышать о том, что ты в церковь пошел, либо родичи. А ты все равно иди и проповедуй. А ты все равно приглашай. Потому что, как проповед... помните, мне так понравилось, как брат Коля, епископ Николай проповедовал здесь прошлую неделю на день народжения нашей церкви историю про шмеля, помните, да? Как хорошо, что шмель не знает, что он не умеет летать, а так бы бедолага и не летал. Ты можешь проповедовать, ты имеешь эту силу. Дух Святой желает с тобою вместе сотрудничать. Ты нужен Духу Святому для проповеди Евангелия. И то, что ты вручишь этому человеку, приведет его к спасению. Ты веришь в это? Что-то слабое аминь. Я понял. Я понял. Зря я разорялся столько времени. Дорогие братья и сестры. Дорогие братья и сестры. Нам пора схоминуться. Времени геть нема. Приведи на, тро, на Троицу своего Корнилия, приведи его к Иисусу Христу. У нас есть четверг, давайте проведем э, домашние церкви у Корнилия, давайте постараемся пригласить этих людей, разбить этот лед неверия, пригласить их на домашку, постепенно знакомя их с церковью, и вручить им приглашение на, это тро, на служение, которое здесь будет проходить в Троицу. Дорогие мои, братья и сестры, кто из вас хочет и готов пригласить неверующего человека на Троицу? Поднимите, будь ласка, руку. Ну кто хоть попытается это зарубить? Да вы не стесняйтесь, поднимите свои руки, я ж не буду переписывать вас. Камера все сняла. Дорогие мои братья и сестры, здесь на сцене лежат приглашения на, троич... на служение Троицы. Вот такие вот приглашения. Будь ласка, здесь на, соб... на Зебрани знамя Иисус Христос. На Зебрани знамя Дух Святый если ты действительно поднимаешь руку, не просто чтобы перед соседом, посмотри, и я, посмотри, и я же поднял, а ты действительно желаешь пригласить кого-то на служение, выйди, пожалуйста, прямо сейчас вперед. Возьми приглашение. И мы вместе будем молиться Господу, чтобы Он благословил и тебя, и это приглашение. Выходите, сколько бы вас тут не было, в проходе, возьмете приглашение, встаньте в проходе, возьмите не одно, их напечатано 400 штук, 400 приглашений. Всем хватит. Возьмите два, возьмите три. Но все те, не, не спешите расходиться на, на, на места, но освободите место, чтобы могли взять другие. Помогите тем, кто выходит, подайте им приглашение. Не спешите расходиться, мы сейчас будем молиться за них. Да. Или можете пройти и держать их в руках, пройдите на свои места и тримайте их в руках своих. Не обов'язково одне, ви можете взяти два, три, от як ви бачите, от эту от родину корнілія. Ми віруємо, що Господь благословить тих людей, хто бажає, бажає зробити справу Божу. Беріть, беріть, брати, сестри, беріть. Пока, будь ласка, не для закладок в Библии или там в других книжках, а мы постараемся их всіх вручить. Візьміть своим братьям, кого нету сегодня, сестрам из домашних, нету их на зебранні. возьмите для них. Да, якщо ты сьогодні на служении вперше, ты теж можешь брати и пригласить неверующих людей, тех, кто еще ни разу не был з нами на зиброні. Давайте мы поднимемся на наши ноги и помолимся за эти запрошения, за каждого из вас. Веруешь ли ты в то, что Дух Святой желает с тобою сотрудничать? Веруешь ли ты в то, что Бог не лицеприятен и не смотрит на человеческое лицо? Постарайся в своей жизни разрушить эту стену проповедуй Евангелие достойным и недостойным. Тем самым ты все равно будешь продолжать исполнять волю Божью. Ибо тот человек, кто даже и откажется, услышал волю Божью. И это будет его выбором. А теперь возьми, пожалуйста, свое приглашение. Возьми его в руку. Если можешь и хочешь, подними его пред Господом. И давайте разом молиться. Бог Святый Дух. В имя Иисуса Христа я молю Тебе. Наполни каждого стоящего здесь пред лицем Твоим. Наполни силою Твоею, Господи, дабы все мы стали истинно свидетелями великой силы и славы Твоей, Бог всемогущий. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, Дух Святой, направь нас, каждого из нас, с этим приглашением к тем людям, кто ныне готов принять Его, Господи. Но даже если мы будем отринуты, даже если нас не примут, то Ты, Господь Бог, продолжай работать с этим человеком, дабы он также был спасен. Мы просим Тебя, Боже наш, пусть этот дом будет наполнен на следующее служение, пусть этот дом на Троицу наполнится людьми, неверующими людьми, дабы и они могли получить спасение, которое Ты даровал всему миру. Пусть это приглашение станет приглашением в Царство Твое, Владыка неба и земли. Мы вверяем эту евангелизацию в руки Твои. Мы доверяем Тебе одному, и мы веруем, что Ты, Бог, нелицеприятный, что Ты не смотришь на лицо человеческое. Ты любишь каждого из них и желаешь простить каждого из них. Мы же Твои ноги, мы руки Твои и уста Твои, и Иисус. Поведи нас туда, куда хочешь прийти сам в тот дом, который Ты готов посетить, и мы прославим великое Святое Имя Твое. Мы верим Тебе, доверяем Тебе и прославляем Тебя одного Бога. Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Слава Богу. Да наполнится храмцей. Не, 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 я хочу совершить еще одну молитву, дорогие братья и сестры. Если в этом доме те, кто еще никогда не просил прощения у Господа Иисуса Христа за свои грехи, у нас сегодня есть приказ.